Окей. Друзья, приветствую! Давно не выходила в прямой эфир, и сегодня не могла не выйти. Сейчас я вам покажу замечательную, удивительную девушку Викторию, которая занимается, возможно, для кого-то вы первый раз услышите вообще те слова, которыми она занимается. Я не буду говорить, подержу немножко в тайне. Сейчас переведу на нее. Ну, как обычно, прямой эфир не запланированный, потому что я оказалась в гостях на завтрак. Но помимо гостей, вы знаете, что я очень за активное долголетие, за здоровье, ну и за минимизацию вообще средств, экономию бюджета общего, да, нашего семейного, личного. Так вот, я сейчас в гостях у Виктории, переключу на нее. Единственный момент, друзья, у нас тут товарищи затеяли ремонт, соседи, добрый день. И когда будут периодически они... Вот, мы будем делать рекламную паузу. Так, Виктория, сейчас я попробую, чтобы у тебя был свет. Да, вот, вот. Вот так. Виктория, расскажи немножко о себе, вот вообще, чем ты занимаешься, основное, да, деятельность. Вот я немножко прошла уже вот этот вот момент, да, это исследование, наверное, организма, да, его полностью тотальное, да, изучение, но через какой прибор? С чем ты работаешь? Я классический... рекламная пауза. Сейчас будет рекламная пауза. Я пока покажу немножечко. Вот это вот немножечко. Вот. Что? Это да, вот, что? Вот, что? Это вот. Да, у нас убежала модель. Ага, так, классический. Я классический доктор, но последние 9 лет обожаю вегетативно-резонансное тестирование. И считаю это очень удачным способом профилактики, своевременного нахождения причин любых нарушений. Причем, казалось бы, эта тема очень знакома давным-давно и абсолютно всем. Я сомневаюсь, что есть человек, который никогда не делал кардиограмму или хотя бы не слышал, как это делается. Или там слышал о том, что существуют там энцефалограммы. Угу. И многие не задумываются, почему при этих методах никто не достает сердце или мозг, чтобы его исследовать. Просто банальная причина от того, что наше тело обладает электропроводностью. Соответственно, не нужно доставать орган, чтобы его исследовать, а все колебательные характеристики органа можно регистрировать на поверхности тела. Вот этим и пользуется. Вот у нас тут помощница уже, да, ходит. Уже в разведку. Наш оператор, да, убежал, ходит в разведку, кто-то здесь сверлит в субботу, да. В незапланированное время. То есть смотри, получается, вот ты, но биорезонансная технология, правильно? Вот это вот общее. Используя биорезонансные технологии для нахождения причин нарушений, для важных зон профилактики своевременно. И причем это так все просто, все гениально, всегда просто, все элементарно просто. Соответственно, и эти методы также элементарно просты. Соответственно, можно потратить какой-то там 40 минут времени вместо нескольких месяцев похода по анализам и четко понимать, чем заниматься. Ну вот, например, я бы хотела показать экран. Да, вот прежде чем даже экран, вот хотелось бы уточнить еще раз, да, вот у Виктории. Я прошла, ну, я несколько раз проходила вот такую технологию исследования, обследования, да, нашего тела. То есть здесь плюсы какие на самом деле, вот еще раз, да, это ты можешь затратить большое количество времени на сдачу анализов, да, лабораторных, биохимия крови, там, да, общий анализ мочи, кала, там, да, электрокардиограмму сердца, УЗИ, почек, печени, да. Ну, то есть можно долго ходить к терапевту, к гинекологу, к стоматологу, да, ну, то есть, в общем, изучать себя, изучать, исследовать, почему рекламная пауза. То есть очень долго изучать себя, исследовать, потратить кучу времени, а сейчас у современного человека его все меньше и меньше и меньше, кучу денежных средств, просто сколько стоит прием к терапевту, просто прием, пока просто рассказать о себе, да, чтобы он собрал анамнез и назначил тебе, ну, скажем так, направление, что тебе нужно доисследовать, да, какие пройти УЗИ, биохимию сдать, то есть сколько это стоит всего. А здесь, получается, мы, используя вот этот вот метод, да, где вот у каждого органа есть свой... Свои колебательные характеристики у здорового и у больного. И все индивидуально, как отпечатки пальцев. То есть мы, человек приходит, садится и максимум 40 минут получает всю информацию о своем здоровье здесь и сейчас,
еще с моментом, что его ждет, ожидает в будущем, да, прогноз. Я объясню, почему такой прогноз вообще возможен, потому что прежде чем это появится, ну, любое нарушение в нашем теле, оно же не случается, бабах, случилось, да, сначала будет функция меняться, потом химия, потом органика нарастать, и только потом мы увидим это в анализах, КТ, МРТ, УЗИ. Но совершенно не обязательно этого дожидаться, потому что изменение функции химии мы уже можем видеть на вот таких различных аппаратах. Но это не обязательно только таких, существует много во всем мире. И порой даже не сколько снять показатели, а сколько их интерпретировать и понять, что с этим делать. Вот это, наверное, основная задача. Но еще одна сложность в обычном современном мире – это то, что чек-ап, как мы все эти очень любим, да, огромное количество анализов. И даже если у человека достаточно для этого средств, и для него это не так уж и тяжело материально, все равно в итоге практически не находится человека, который бы собрал всю эту разношерстную кипу исследований и сказал, в конце концов, что же делать. Вот по этой причине я и люблю эту методику, и уже прям сейчас, на сегодняшний день, хочу воспользоваться возможностью пригласить коллег-докторов, потому что нам очень нужны специалисты, которые готовы работать в таком вот формате. У нас нехватка специалистов. Милости прошу. Готовы предоставить вам работу, потому что востребованное направление, все больше людей занимаются своим здоровьем осознанно. Здесь мы можем увидеть человека в целом, и даже за 3 шага до проблемы. И достаточно кому-то раз в год, кому-то 2 раза в год прийти и просто выделить эти 40 минут, чтобы узнать, чего как организму, да, что не хватает. Мы, да, система самовосстанавливающаяся, меньше вреди, вовремя давай чем, прекрасно себя ремонтируем. И здесь мы сразу видим, чего не хватает организму, что ему нужно дать, чтобы он мог себя отремонтировать. Или кто из пассажиров превысил свои полномочия, кому там с вещами на выход пора. Кстати, о пассажирах. Виктория, да чуть погромче будем, когда будет включаться дрель. Нам всегда шумы информационные, вселенная всегда даёт, как только начинаешь говорить о здоровье, всегда начинает вот в системе невыгодно, чтобы вы были здоровы. Система заглушает разными способами наши ушки, видение и глаза. Так вот, о паразитах, да, в том числе вот этих подселенцев, как я их называю, тоже эта технология позволяет увидеть, не бегать там с кучами анализов, тем более мы знаем, да, и очень много кто, иногда порой мы можем сдавать на яйца глист просто 2 месяца подряд, они там есть, а у вас их находить не будут. То есть и лаборатория знает, врачи тоже знают почему, да, то есть определенный цикл. Но за 2 месяца найдут, поверьте. Найдут, если прямо регулярно, быть упорным, регулярно, да, упорно. Сейчас посчитаем, сколько это будет стоить. А здесь получается, все ты раз и сделал. Вот ты как раз хотела рассказать, вот как это видеть. Да? Я хотела еще прокомментировать по поводу анализов, раз ты же затронула эту вот тему. На самом деле есть объективная реальность. Не бывает плохих анализов, ненужных и так далее. Мы все дополняем друг друга. Просто каждые вещи должны быть объективно понимаемы, используемы по назначению. Например, почему так сложно определить яйца глист? Потому что глисты, которые живут в просвете желудочно-кишечного тракта, они же не каждый день выбрасывают яйца личинки. У них же не только постоянно один и тот же процесс. Размножение. Да. Иногда хочется поесть и поспать. Поэтому, чтобы выявить именно в анализе кала, какие-то детали, да, нужно 7-8 раз в короткий промежуток времени повторить этот анализ, и в каком-то из них, кого-то с первого раза будет обнаружено, у кого-то с 8-го. То есть, чтобы попасть вот в тот момент, когда это происходит. Второй момент – анализ крови. Все кажется, что вот если кровь посмотрел, так уже точно все видно. Но тут тоже есть свой нюанс. Мы в крови ищем антитела. А они когда бывают, когда организм включает механизмы защиты, пытаясь справиться с этими инвазией, с инфекцией, которая попала в организм. И антитела – это признак, что организм с этим борется. Но проходит какое-то время, возможно, длительное, возможно, не очень. И, соответственно, организм-то уже как-то выстраивает взаимоотношения с этим пассажиром. Как будто договорился там под принципом, ну ладно, вот тут уже ты живи, я же не могу тебя победить никак, ну вот так ограничим взаимодействие. Все, борьба прекращается, и антитела прекращаются. Соответственно, то, что живет долго хронически, в антителах мы ничего не увидим. А он есть. А он живет и здравствует. А порой некоторые виды пассажиров
они не только как бы вредят нашему непосредственно организму, тканям, а порой даже есть такие виды, которые совершенно не собираются человека убивать, ему вкусно и тепло, но вещества, которые в результате своей жизнедеятельности выделяют, токсичны для нашей нервной системы. И вот бич нашего общества современного, люди там мучатся, те спать нормально не могут, потому что у этих пассажиров дискотека плюс-минус 2 часа ночи. Там у кого-то сон нарушен, у кого-то нервы просто, плаксивость, обидчивость возросла. Друзья, у кого плаксивость и обидчивость, задумайтесь. Возможно, некий пассажир портит нервную систему. Также есть те, которые вызывают уныние, депрессии. И сочетание еще некоторых видов вызывает даже фобию. И есть масса примеров среди наших клиентов, когда человек приходит с вопросом: я просто не знаю, что делать, страшно ехать в машине, кажется, сердце остановится, страшно остаться на даче, при том, что вот я вот такой, казалось бы, а вот убираешь пассажира, куда что и делать. Так что можно годами ходить к психологам, но если не выселить вредителей, которые отравляют эту жизнь, история повторяется. Или же другая история, когда у меня железо низкое, сил нету, плохо себя чувствую, там вообще никаких... А всего лишь паразит толстого кишечника просто выедает форменные элементы крови. И можно сколько угодно кормить его самыми замечательными формами, там железо хорошо усваиваем и так далее, но пока его не выселишь... Опять будет получается, да, мы кормим пассажира. Ну, в общем, интересно, что за 40 минут, получается, ты узнаешь свое тело, погромче буду говорить, от микро-макро состава вообще, элементов состава своего тела, до как у тебя сейчас сердце, почки, матка, да, там состав крови, до пассажиров, да, то есть паразитов. То есть за 40 минут ты узнаешь пол... А аура? Тут даже вплоть до ауры энергия. Замечательно. Давайте просто приведу пример. Вот обратился человек с тем, что мало сил. Очень мало сил. Молодой парень, все хорошо. Просто посмотрите на экран. Да? Извне поступает высокий уровень токсинов. Внутри вырабатывается высокий уровень токсинов и еще высокий уровень радиации. Резервы для того, чтобы этим справиться, есть. Половина еще есть. Но если посмотреть, что эндокринная система уже начала вот так проседать, в анализах еще не видно. Еще чуть-чуть, и уже будут изменения в анализах. И если мы сейчас примем меры, дальше все будет хорошо. А если так оставить, через время это привет эндокринолог и привет гормоны. То есть вот даже вот такие вот вещи. Или же вот я там быстренько прокручу это состояние. Тут описание, что, где происходит, где кто живет там, какие нагрузки. И получается, человек, приходя ко мне на прием, порой некоторые говорят, приносят свои анализы, что с этим делать. А некоторые говорят: проверим. И к концу осмотра, когда я комментирую анализ, как любой доктор, например, там кардиограмму расшифровывают, тут и я расшифровываю, как понимать и это читать. Человек говорит: ну, так а мне на УЗИ сказали, что там песочек там или камушек. Это что, можно было не ходить? На самом деле я не могу видеть размера, но я могу видеть процесс и даже могу подсказать, что с этим сделать, чтобы все пришло в норму. Поэтому на сегодняшний день это очень востребованное направление, из-за чего я активно приглашаю коллег к соучастию, помощи людям, которые хотят научиться быть здоровыми, правильно выстроить профилактику, правильный шаг терапии, а то многие прибегут: у меня глисты, караул, срочно чем гонять, а резервов нет, если сейчас еще антипаразитарку добавить, так еще хуже будет, а надо сначала посмотреть, готов ли организм, когда это лучше сделать, чем это лучше сделать, и это все можно увидеть в комплексе, все гениально просто. Благодарю за такую возможность. Ну, я благодарю, на самом деле, Викторию за такую возможность. Москвичи, кто Москва сейчас, да, и близлежащие города, на самом деле, вам повезло. В Москве есть такой замечательный доктор, потомственный, я так понимаю, да, ты из... Не в первом поколении, и не первое поколение. Центр Дворец Здоровья Москва. Да, не первое поколение, Виктория просто вот из поколения в поколение, то есть это вот доктор, да. И вам просто несказанно, на самом деле, повезло. Приезжайте, я оставлю контакты Виктории, все здесь расскажу. И на самом деле она сейчас развивает, когда одна из основоположниц, центр Дворец Здоровья. Ну, это вообще отдельная тема, я думаю, мы выйдем отдельно в эфир, потому что... Комплексный подход прежде всего.
комплексный подход, вот вы меня знаете, я за комплексный подход, это многогранный, да, подход к здоровью. И здесь в том числе, да, через диагностику, через какие-то практики физические мы будем заниматься по исцеляющему импульсу в том числе. Спрашивают, здесь... куда идти, сколько стоит. Кстати, Виктория, а сколько стоит, если вот прийти, да, вот что-то я все время упускаю эти моменты. Давай по стоимости. Вот человек пришел, и диагностика вот 40-минутная, да, вот с одеванием всех вот этих вот штучек, ничего вам не будут колоть, все будет приятно. Вы будете разговаривать с Викторией, а она смотреть в монитор, а машинка собирать электроимпульсы, да, от вашего тела. Сколько это вот по стоимости? По 40 минут сам съем, сам прием от 1,5 до 2 часов, потому что нужно это вам рассказать, нужно составить план здоровья, если у вас нет своего специалиста, который вас ведет и который этим будет управлять в дальнейшем. Прием в зависимости от запроса. Если вам нужно только общее состояние профилактики, вас не интересуют аллергоплексы, там продукты, факторы, которым желательно воздержаться в ближайшие месяца, полтора и так далее, это может стоить 7 тысяч. А если хотите полный, то всего лишь 10. Представьте себе, я по Москве ходила на несколько разных приемов коллег, которые в 2 раза больше стоят. Далеко не все готовы предоставить такое количество информации. Поэтому у нас самые приемлемые цены. И, пожалуйста, вы все в комплексе сможете получить ответ. То есть это получается сайт, за 2 часа? Дворец здоровья. Да, вот, да. Говорят, дворец здоровья, дворец, это уже круто. Вот наша картина, вот вверху картиночка, да, наш логотип, это наш логотип. Вот, dvorzdrav.ru, вот наш сайт. Он будет перевернут, я потом, нет, да. Да, наш сайт, вот, и... То есть, получается, вот за эти 2 часа стоимость приема со всем вот с раскрытой, я сейчас вот полностью с раскрытой картиной вплоть до аллерго. Да, всего лишь 10 тысяч. Всего лишь 10 тысяч. То есть я просто знаю по Москве, сколько прием, просто прием стоит специалисту, если мы сейчас говорим о коммерческом, да, специалисте, от 2,5 до 5 тысяч просто прием. А если брать пробы на аллергопробы, да, то там просто каждая аллергопроба, это я сдавала, ну как вот перед там одним моментом анализа, это просто, на 1015 уходит только на лабораторные вот эти вот анализы, биохимии, крови, мочи. Да, вот по детям, да, вопрос как раз по детям. С какого возраста? В грудничков иногда смотрим спящими, но часто есть опции, есть аппаратура, которая может позволять смотреть и даже маленьких. Но а наши аппаратуры, которые в центре мы используем, с того момента, когда ребенок способен посидеть, поиграть в принцессу или там в космонавта, хотя бы какой-то небольшой промежуток времени. Опыт у нас такой есть, и очень многие семьи обслуживаются всей семьей. Да, тут получается, что нужно какие-то моменты не двигаться, то есть не двигаться. Если ребенок готов посидеть, как будто он в космическом корабле летит и держит штурвалы корабля, там да, такие мы так и делают, да, такие вот штучки там специальные. Да, ручки даются. Принцесса, там тест на принцессу сдается, которая держава, да. Часто приходят семьи, где старшие дети садятся, а младшие, я тоже хочу, и прям сидит гордый, что он как взрослый. То есть все, в принципе, реально. В общем, усидчивость. И остальное все. А грудничок, он спит, да? Учитывая, что эти методики используются как профилактические, мы используем самые простые вещи. Всего лишь один из устройств, которые вы видели сегодня, входит в справочник, одно из устройств, входит в справочник Видали официальных средств официальной медицины, является действительно медицинским устройством, но является вариантом выбора, так как не входит в протоколы. Мы и пользуемся правом этого выбора. Так что, пожалуйста, поделитесь. Если среди вашего окружения есть доктора, которым интересно такое направление деятельности, передайте им, пожалуйста, мы ждем их звоночков. Да, доктора, присоединяйтесь к Дворцу здоровья, будем расширять эти методы. Возможности. Да? Возможности. Экологично очень, да, и многогранно сразу видно все. Входит аура, да, кого-то интересовала аура. Если аура энергетическая составляющая, то тоже здесь снимается, да, вот это поле, ну, энергетическое поле человека. Были интересны несколько случаев, когда девочка там, например, приходит на контроль, многие вопросы по физическим параметрам решили. А смотрю, поле там, говорю, у вас было токсическое общение, она, да, откуда вы знаете? Говорю, ну, посмотрите. То есть она делает свои практики, все, через 5 дней приходит, все поправилось, замечательно. То есть, ну, так спокойно. То есть даже видно энергетическое поле, и что с этим делать? Если у вас в окружении токсическое общение, если на вас атака, да, в этот момент идет какая-то,
то это тоже дает информацию. Прям можно посмотреть даже по каким чакрам тебя бьют. Я вам хочу сказать, что есть мы сами себя накручивать умеем очень и очень. Да-да-да. Которые мы это делаем, порой мы сами себе устраиваем такую погоду в доме. Так что это тоже можно с этим разобраться. Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем такой необычный, как обычно, без предупреждения, прямой эфир. В гостях у Виктории вместе с дрелью. Помните, кто хотел услышать, тот услышал. Система всегда будет закрывать вам уши и глаза. Пусть будет это вам на пользу. Информация к рассуждению и действиям. До новых встреч. Пока-пока. Давай.